понимаете, вот этот подход, он мне глубоко неприятен. Рассуждение о том у всех людей демократического склада, что еще как разозлит Путина. Я вам говорю, что надо на Путина нападать, от него не защищаться. Вот, надо перевести войну в том или ином виде на территорию Российской Федерации. Вот, как и что, это отдельный разговор, это не предмет этого интервью. И если да, Путин не испугается, вы мне тогда об этом напомните, можем с вами поспорить на бутылку коньяка. Вот. Но если Запад и Украина начнут нападать, Путин сдастся. Неизбежно. И никакого оружия не применит ядерного.